Американские архитекторы предложили жителям Вашингтона инновационный проект. Этим летом они начали строительство необычного дома, который полностью будет состоять из морских грузовых контейнеров. По словам инициаторов, такое жилье поможет сэкономить энергию, да и обойдется намного дешевле обычных квартир. Новые дома возводят в нескольких кварталах от католического университета. Ожидается, что уже осенью сюда заселятся студенты. Каждый этаж, а в зданиях 4, будет представлять собой отдельную квартиру с полной звукой и теплоизоляцией. Изобретатели надеются, что в будущем из контейнеров будут строить не только дешевые квартиры, но и также гостиницы и приюты для бездомных. 700 тысяч морских контейнеров в Америке простаивают пустыми. Идея в том, чтобы перепрофилировать их в красивые и элегантные здания. И это жилье будет намного доступнее, чем обычные квартиры.